Привет, мои дорогие подписчики! Вот сегодня я решила сломать все эти стереотипы и выйти в эфир так, как захотелось. Вот так мне захотелось выйти в эфир. Малый, как всегда, играет в Roblox, а я, как всегда, в Ютубе. Вот очень ругают современную эпоху за большое количество гаджетов, за большое количество прибамбасов, за то, что все компьютеризировано, роботизировано, и человек обленился. Но с другой стороны, давайте на это посмотрим, ведь это научно-технический прогресс, ход мыслей, развитие и наука. А с другой стороны, вот не было бы Ютуба, и что было бы делать? Вот с подружками не хочу говорить. Надо вести диалог. А я не люблю, когда меня перебивают. Я люблю солировать. И вот YouTube. Ах, моя самая сладкая пряня. Моя самая сладкая подруга. YouTube Буба. Я твоя пряня. И я тебя съем. Целую, мои подписчики-ютуберы. Бай-бай.